Засуха и нашествие сайгаков – две эти проблемы пагубно влияют на сельское хозяйство южных районов области. Первичная оценка позволяет предположить, что запастись кормами на зиму фермеры в полном смысле не смогут. Для решения вопроса выездное совещание с руководителями агросектора провел вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбаев. Всем известно, что самая большая популяция степной антилопы сосредоточена непосредственно в Приуралье. Сайгаки, впрочем, не только предмет гордости области, но и создатели проблем для агроформирований. Уже не первый раз крестьянские хозяйства обращают внимание, что их посевы и пастбища подвергаются настоящему нашествию. Степные антилопы попросту прорывают ограждения и затаптывают поля. Фермеры во время встречи с вице-министром в очередной раз подняли эту проблему. Сайгаки – наша самая большая проблема. Они затаптывают наши поля. В результате мы не можем запастись кормами на зиму. Кроме того, в южных районах области засуха. Для решения этих вопросов мы приехали сюда. Здесь представители нескольких районов региона. Вице-министру представители агроформирований вручили письмо на имя президента страны с призывом о помощи. Баглан Бекбаев, в свою очередь, ознакомился с ситуацией на месте и отметил необходимость комплексного подхода. Я увидел здесь, что фермеры пытаются сохранить свои поля собственными силами. Однако это не помогает. Со стороны государства предусмотрено субсидирование на установку электропастухов. Кроме того, мы рассматриваем вопрос финансирования транспортировки кормов в южные районы. Итогом встречи стало инициирование создания рабочей группы, куда помимо представителей Министерства сельского хозяйства вошли бы и специалисты ведомства, которые курируют сферы экологии и природных ресурсов. Алексей Кочмасов, Мейрбек Бисикешев, Алихан Исказиев, Акжаик Акпарат.